друзья, всем привет! Вы на семейном канале. Денечка, на каком канале? На Google. А привет-привет сказать. Привет. Как вы видите, я сегодня очень символично держу в руках паровозик. Друзья, сегодня у нас физкультура, занятие на развитие общей моторики. Мы будем сейчас играть в веселую игру, которая называется «Паровоз». Папа будет паровозом, а Денис с мамой будут вагоном. Наша задача такая, мы будем на каждой станции останавливаться и выполнять какое-то действие. Это очень простая игра, опять же, не затратная, так что берите на заметку и пробуйте вместе с нами или самостоятельно. Погнали! Чу-чу! Чу-чу! Стоп! У нас станция Прыгалкина. Давайте прыгать будем. Раз, два, три, поехали! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, стоп! Давайте вагоны цепляйте за папу. Чу-чу! Поезд направляется. Поезд остановился на станции Приседалкино. Давайте приседать вместе. Раз, два, три, четыре, пять. Чу-чу! Слышите гудок? Паровоз отправляется, вагоны цепляемся. Чу-чу! Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу! Ту-ту! Вагоны отцепляемся, у нас станция Многоподнималкино. Давайте, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10. Чу-чу! Всех пассажиров высадили. Пора ехать в депо. Цепляйтесь, вагончики. Чу-чу! Поезд справляется. Поезд прибыл в депо. Это станция Лежалкин. Ложимся, отдыхаем. Отдыхаем. Ну все, Лежалкино, друзья. Друзья, вот такая сегодня была простая игра. Паровоз со станциями, где мы тренировали крупную моторику. Ну, а с вами был канал Baby Go. Впереди еще очередные развивающие ролики. Так что подписывайтесь, ставьте на пальчики вверх. Подписывайтесь на канал и оставляйте полезный комментарий. Все правильно, день. До новых встреч, друзья. Пока-пока и поцелуй, да.